Это Олеся. Вот эта улица спускается к морю. А в ту сторону, наоборот, она поднимается в центр. А здесь всякие кафе и магазинчики. Маленький очень городок. Все такое небольшое. Но народу много все-таки. Вот здесь центральная площадь города. Это церковь, да? Где мэрия? А? Папа, где мэрия? Вот она мэрия. Вот мэрия. Вот церковь. Тут есть еще аптека, паркинг. На этом паркинге бывает базар. Ну, все, вот магазинчики, кафушки. Открыто все. Ну, пошли. Пойдем в сувенирный магазин посмотрим. Вот здесь магазинчик сувенирный. Что здесь Виви? У тебя уже вон Дора, все Виви. Ну, пошли смотреть. Давай, слезай. Вылезай. Ты где будешь? Здесь? Здесь какие-то игрушечки есть, да. А здесь, смотри, Алис, иди посмотри и закушай. Это какая-то тачка катать. Тележка. Мячики теннисные. Вот это случай, это фризби. Это фризби? Да. Смотри, Алис. Это мой самый любимый. Да, здесь вот каждый год они продают практически одно и то же. Всякие штуки из ракушек красивые. Смотри, какие бустрики и сова. Смотри. Совы такие красивые. Смотри, вот еще. Смотри. Только осторожно, они бьются, не разбить. Покажи. Ну, это якорь с дельфинчиками. А это черепашка. И на ней много маленьких черепашек у нее на спинке сидят. Ты видишь? Смотри, они все из ракушек тоже. Ты видишь? Это у нее даже голова и даже шапочка есть. Посмотрите, какая шапочка на голове. Привет, я черепашка из ракушки. Я живу в Бессоне. Видишь, говорит? Да. Я здесь живу. Я красивая черепашка из ракушек. Смотри, у нее сколько на спине. Посчитаем, давай, сколько у нее на спине черепашек еще сидит. 5 черепашек. Все, это уже не черепашки, это уже у них такие лапки. Давай поставим, очень красивые, да? А здесь сувенирчики, как всегда, в приморских городках. Весок. Это шарики, смотри. Хочешь у меня такой шарик? Шарик такой. Это гуси-лебеди. Это не гуси-лебеди, это чайки. Чайки на море. Видела, летают такие белые чайки? Да. Да. Их белые, как гуси-лебеди, а не чайка. Точно, они как гуси-лебеди. А вон, смотри, даже затонувшая бочка какая-то, смотри. Бочка с сокровищами. Тихо, тихо, это шарик не берется, это просто для красоты. Видишь, какой? О, да. А это акулы? Это не акулы, это дельфины. О, мне нравится. Дельфины. А там есть акулы? Нет, акул здесь нет. Акулы, они на глубине живут. Это акула? Мама, ага. Это акула? А вот это может быть и акула, да. Нет, не акула, это просто какая-то рыба другая. Мама разводила машинки. Да, это всякие штуки. Чайки. Смотри. Какие-то старинные машины. Смотри, наверху вон. Мама, мама, да. Идем. 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 Какая-то единственная кукла, да, не самая красивая. А помнишь, Алис, рыбки у тебя такие были, помнишь? Ха-ха. Тебе нравилось, да? Опять рыбок таких купим? Ты все же растет? Ну хорошо, давай пойдем купим рыбу. Я буду, я
А рыбалки ловить? На рыбалке? Хорошо, я давай. Я буду хватать и ловить. Хорошо. Ну пойдем платить за рыбок тогда. Да. Вертушки. Вон какие ответы. Крутятся как сильно. Покажись, девочка в косыночке красивая. Посмотри сюда, Алис. Вот такая морячка. Морячка в косыночке. А покажи свои ракушки. Вот бы так и маленький. Да, давай покажу. Жюстин купила красивые ракушки для своих подружек. Давай снимем. Для Эмилины и Мелани вообще не хотят. О, для своих подружек купила сувениры. Красивые ракушки. Здорово. Давай, смотри, здесь еще есть звезды. Смотри, ежики морские. Вот мэрия. А здесь какой-то памятник. Это похоже открытие города. 25 июня 1922 года. Жушка показывает, чем кормят во Франции. Фритами домашними, вот такими сосисками мерке с острыми. У Алис куриные крылышки, ее любимая еда. Фриты, куриные какие-то штуки. Куриные какие-то штуки. Как они называются? Нугет. Куриные Нугет. Такие котлетки. Бон аппетит! Сейчас Алис будет здесь гулять. А я буду выкладывать топ-10 мальчиков. Я сейчас смотрю. Мама, один мальчик с мой. Один мальчик с мной играл. Хорошо, ну будешь сейчас играть здесь с детишками, с другими, смотри, там бегают. В гольф играют. Покупать. Покупать же умеешь? Да. Ох, какая молодец. А как ты покупаешь? Покажи мне. Как ты покупала мороженое, Алис? Ну, как ты заплатила? Заплатила денежку? Ах, ты моя хорошая, ты сказала мерси. Какое у тебя мороженое? Опять кока-кола? Ага. Ау, Жюстин, покажи. То же самое, вот такой и сладкий. Двойная карамель. Да, вот. Ну, хорошо. Ой. Холодная, но как ты хотела. Садись на стульчик. Смотрите. Вкусно. Так хрустит аппетитно. Ну-ка, смотрите, Алис кушает очень кислый памплемус. Посмотри на ее моську, не такой уж кислый. Ой, какой кисленький, зато полно витаминов. Кушай, кушай. Да. Да-да. С сахаром. Я попробовала, но оказалось очень сладко. Вот это да, вот это я понимаю, вот так витамины кушать. Даже несмотря на то, что кисло. Молодец. Покажи, сколько сил тебе стало. Покажи, сколько сил. Вот, а покажи, как глазки блестят. Блестят. А щечки краснеют? Вот щечки краснеют. А зубок кусается? Вот так вот. Это Алис.